Несмотря на весенние каникулы, в рекреациях городской школы номер 63 повсюду слышно детские голоса. Учебные классы на один день переформатировали в гримерке. Ребятишки из 9 образовательных организаций готовятся к выступлению. У каждого коллектива своя изюминка. Кого-то отличает сценический костюм, кого-то – интересный атрибут. Школьники старались максимально подчеркнуть тематику выбранных композиций. Основной акцент был на военно-патриотическую песню, то есть передать всю суть прошедших лет, прошедшей Великой Отечественной войны, весь смысл этой тяжелого кровавого времени и напомнить об этом людям, чтобы они не забывали. Военно-патриотическая тематика откликнулась и в сердцах остальных учеников. Их выступление – своего рода репетиция перед праздником Великой Победы. Со сцены прозвучали и трогательные строки, и более легкие мотивы. Смотр талантов организован в формате фестиваля. Здесь нет победителей и проигравших. Поют для души во всех школах города. Я объехала сейчас школу города и увидела, действительно, можно сказать, что фейерверк детских талантов. Дети с удовольствием принимают участие в хоровом пении. Каждая школа постаралась представить самый лучший интересный репертуар. Яркими событиями наполнены все весенние каникулы. Театральные постановки, хоровое пение, спортивные соревнования. Скучать ребятам не приходится. Завершится марафон творчества традиционной легкоатлетической эстафетой. Александра Никитина и Анатолий Рассохин. Улправда ТВ.